Йо, всем привет! Я забываю! С вами Юнон. Ну, я когда-нибудь поищу. Может, не буду, пусть светится. А с вами Юнон, с вами Батли Часерс, и мы продолжаем наше путешествие. О, квест. Угу. Мы уже прокачались, вернули ей облик. Конечно, новый облик я купил и жалею, что взял. Он не настолько крутой, как я ожидал. Стопэ, я забыл одну вещь. Черт. Забыл. Не знаю, когда сделать. Надо записать. Сейчас. Ведьмак. Вечер. Да, забыл склеить видос. Думаю, что-то не хватает. А мне же обрабатывать надо. Ну ладно. По идее, вот этих надо бить. У меня они не добиты. Оборотни, да без разницы. Опа, напали. Волкалак, берсерк. Это что-то новенькое. Давай. Нормально. Что это такое? Дает шанс нанести пронзающий удар при атаке. Наносит 181. Помер. Опа, не умер. Плохо дело. Нет, это все, что ты можешь? Тоже мне. Случайно врагам. Блин, а здесь же еще и дофига. Мне нужна. Нет. Репост. Блин. Убрать надо. А? То есть, чем больше мы убьем, тем он сильнее. Обалдеть. Что творит, смотрите. Да он из всех коцает, офигеть. В принципе, уже без разницы. А, нет, не без разницы. Сейчас еще прибегут. Их не трогай! Не, на мои огурцы покушается. Бочковый. Купил себе на момент карантина. Ужас, есть хотят. Кошмар. Видите, в каких я условиях живу? Уф. Собака же, а? Время примерно я засек, примерно знаком надо заканчивать. Так вот, наши. Я вообще шел до вон тех правых докопаться. Походу здесь эти не боятся меня совсем. Это новые враги какие-то. Да без разницы вообще. Такса. Во, я вот это хотел посмотреть. А, чё за волкалак? Волкалак. Ну, этих-то всех набили. Без разницы. Опа. 30 духов.
победить всех, кого укажет Раха. А мы только 2 из 9 победили. Классно, молодцы. Победи каких-то духов. Походу боссов этих пинать там. Просто его избить надо, то он не бесит. Чё, враги-то сильнее стали? Каждую 6-ю атаку оглушается, и ты не доживёшь до 6-й. Еще я ждать буду, ага. Разбежался собака. Возьму разбег. Мне, по-моему, надо было сюда, да? А. Шахта небезопасный вход. Безопасности. Закрыт ради вашей безопасности. Бельт. Заперто. Ради вашей безопасности. Какой неудумок. Эй! Дедуля, я здесь, если что. Кто? Дедуля? Да, тебе самому лет 200, может быть. Не надо преувеличивать, всего 157. Я ошибся на 43. Это много. Ну да. Ладно, чего вы тут в раскопе шнырите? Шныряете. С чего это я должен? Простите, дела у нас в последнее время не ладятся. Это вы заперли шахту? А то. Вы велите меня звать. Вкалываю на этих холмах, сколько себя помню. Как все пошло наперекосяк, решил запереть шахту. Нам очень туда нужно. Там внутри нечто очень важное. Да, слыхал я такое. Вы хоть представляете, во что ввязались? Неразумно, мне кажется, пускать туда ребенка, пусть даже с сопровождением. Мы в состоянии за себя постоять. Вы, конечно, здоровее Вельта. Мне будет только лучше, если там станет спокойнее. Вот что, я вас пущу, если вы на день наведете там порядок. Спасибо вам. Еще одно условие. Если вы найдете там редкую руду, вы поделитесь с Вельтом. Ладно, мы сюда не за рудой пришли, в конце концов. Если найдем что-нибудь необычное, покажем вам. Договорились. Раскоп принимает гостей. Я буду на своем обычном месте к югу отсюда, если что. Спасибо. Рано меня благодарить. Вы еще не видели, что там внутри. О! На все 3 пройдем, мне же надо фармить. Будем фармить и искать. Возможно, что-нибудь набьем. Почему я фармлю? Ну, прокачаться и набить вот эти виллижи. Там они требуют прям, чтобы я нападал на тех. Мне нравится за нее играть. Она приятный собеседник. А сейчас зайдешь, а всегда приятнее играть. Смотришь на их форму, успокаиваешься. Да. Ну вы поняли. Хотя здесь нужна девчонка, потому что она может ломать стены. Вы. Фу. 14-й. Фига себе. Враги все сильнее и сильнее. Ну, бьем сначала 14-го. Химера! Надо! Больно! Слушайте, они уже больно наносят, реально. Хорошо, что у него есть хорошее лечение. Добьет его или не добьет? Давай, бодрящим. А черт. Помри тоже. Опять что-то радио вещает секунду. А все одно, да потому не выходите на улицы, сидите дома, бла-бла-бла-бла-бла-бла, что никто их никогда не слушает. Так, а я с Невервинтера, да, начал? Сейчас эту серию запишем, и будет небольшой отдых. Ну, мне-то все равно много чего обрабатывать надо. Ну-ка. О, хорошо. Офигеть, проходов.
фонтан энергии. Вегас такой классный. Черт, нифига не зацепил. Но у тебя есть шанс попасть по нему. Попал. Молодец. Отравитель и дилер. Не получилось. Ого. Черт, я не то сделал. Ай, да ладно, это мелочь. Та-та-та-та-та-та. Ошибся в навыках, ну ладно. Так, налево, направо, прямо. Ну, кольцо. Ого. Ну, для девчонки он все увеличивает. Уклонение меньше, даже не знаю, нет, нафиг надо. Уклонение здесь, хотя он вообще, по-моему, не уклоняется ни разу, сколько я не пытался посмотреть. Ой, нет. Почерк очень странный и едва разборчивый. Еще столько нужно найти, но что-то не так. Это реально здоровый волк. Пошвырял многих в пропасть, когда злился. Волки из этой пропасти повылазили. Как? Они странно светятся. Здесь все начинает светиться, как те... Негодные кости на дорогах вокруг раскопа, тоже какие-то светящиеся парни. Нужно запереть дверь как-нибудь. Попозже загляну. Придется искать руду в другом месте. Здесь теперь небезопасно. Это даже что написал. Чувак, который закрылся. Которого мы теперь найдем в пещере снизу, в которой он сказал, типа, меня здесь нет. Понятно. Черт, не получилось уйти. Так, стойте. Куча прям, что он дает? Вносит всем врагам, накладывает на них отравление, кровотечение, уязвимость. А давайте проверим. Я хочу посмотреть, как это выглядит. Ха-ха, как красиво. Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох. Офигеть, это что сейчас за... Нафиг был? Мощно. Ну, продолжаем. Надеюсь, мне в этот раз мешать никто не будет, так что у меня... Они все получили вообще жизнь. На. Жесть. Очень мощная вещь. Очень мощная вещь. Все возможные дебаф. То есть против сильных врагов боссов это можно использовать. Это прям круто. Конечно, можно поставить ему бесконечный урон. Ну, который до 6 растет, увеличит. Но вот эта бомбочка просто супер. Все кидает, все, что есть. Так, время. Все, время есть. Рыбалка. Рыбалка есть тоже, да. Что локация похожа, я помню, в ней уже был. Мышка, мне кажется, опаснее. Я же могу ошибаться. Я бы не хотел с ней связываться. Умри. Что сделаешь ты? Куда? 120. Обидно. Куски меры. Не заметил, что у него уже 30. Берсерка давай. А давай засаду, без разницы. Не смог ни разу.
Дайте мелочь. Для него вот эти за еще копейки. Почерк очень странный и едва разборчивый. Найдено за день. Простая руда, пара-тройка блестяшек, опять кости. Не очень похожие на обычные старые. Не очень похожие на обычные старые кости, правда. Находка странная блестяшка. Пахнет плохо, как металл может пахнуть плохо. Оставил где лежал. Находка одна кость, слишком чистая, при этом теплая. Почему? Пойду домой, нужен новый блокнот. Этот вот-вот развалится. Один против нас. Блин, мне теперь интересно, чего у этих двух будет. Что бомба, это просто бомба. Выжил. Бум. Ага, 17-й, обалдеть. Ага, да сделать потом-то успею, офигеть. Ха, посоха нету. Пистолет дает только доп. Урон. Но все остальное слабее, да? Обидно. Ладно, ничего не сделаем. Не знаю, есть ли смысл рыбачить. С одной стороны, можно порыбачить, фиг знает, кого мы здесь поймаем. С другой стороны, нафига мне это надо? Ну, блин, шарды эти. Жри, давай, жри. Как-то они уже не очень активно это прыгают. Пузырек? Нет, мрачная акула. Жрите, ребята. Нужен будет новенький этот. Крючочек. Улитка. В общем, это чисто, чтобы шарды, да, получить. Ладно, не хочу, мне они не нужны по факту. Я буду фармом набивать. Рыбалка бесполезна. Конечно, я буду улучшать ее, когда делать нечего, может, порыбачу даже, но... О, тупик, классно. Много искать придется. Но зачем это зажигать? Вот не понимаю до сих пор. Это зачем-то зажигается. Почерк очень странный, едва разборчивый. Найдено за день. Твердая руда, еще одну кирку сломал. Следующую нужно сделать получше. Надо зайти к бороде. Находка куча костей. Не стал трогать. Снова шел мимо. Ее уже не было. Должно быть, перепутал, в каком углу она была. Находка богатая, жила малдной. А считается, что ее больше не осталось. Я разбогатею, но ощупь горячая. Наверное, придется за ней потом вернуться. Никуда она не денется. Волков не интересует. Спрячу ее. На сегодня все. Зачем эта комната? Вот зачем? Она вот меня бесит. Почерк, ага. Откуда столько волков? Раньше они сюда не заглядывали, а теперь все обшаривают. Нужно лучше прятаться. Нужно найти проход. Новый проход. В этом слишком близко к месту, где они устраивают игрище. Не нравится мне это место. Находка темная, кости. Странно светится. Руды все меньше, костей все больше. Это тоже... Эти тоже теплые, но темные. Пришел большой волчара, орет на остальных. Большой меч, на голове кости. Скинул пару мелких в пропасть, они потеряли что-то важное. Большой волчара с мечом много орет. Я найду эту штуку, она должна здорово блестеть. Волчара с мечом злится. На всю пещеру слышно. Поищу эту штуку завтра, когда будет меньше криков магии и магии. А пока домой. Ну, книга знаний, хорошо.
Принять все, да? Ништяк. Секретка. Ага, разбежался, аж три штуки. Налево или вверх? Вопрос. Один путь может вести опять в комнату, а другой может вести бесконечно дальше. Куда? Давайте попробуем вверх. А в бок просто глянем. Уходим. Тут что-то странное блестит. Туда вернемся позже. Тут. О, тут тупик. Как я и говорил. А? О! Опять невидимка. Ладно, задел. Так, туман. Давай, пальба. Это хорошая вещь, кстати. Сейчас мы получим уровень. Нет, не получили. Офигеть, обидно. А где ж подготовка? Трупа. Очки, доступны острый клинок, обстрел третий уровень, доступен талант выносливость второго ранга, доступен талант, талант. Ну сейчас посмотрим, что у них там появится. Так ты... Талант. Природа. О, дар природы восстанавливает на 8 очков здоровья больше. А, увеличит силу лечения на 18. Сила лечения. Мне нужно 12 очков, да? В начале боя восстанавливает самое облегчение. В конце восстанавливает 49. Силы земли, да, выкидываем. Кидаем это. Во, у нас еще есть 2 очка. Мы можем эксперт улучшать, нет. Нам нужно еще десяточку бы. Дар природы восстанавливает на 10 очков больше. 10 очков больше. Что за дар природы? Дар природы, вот он, да? В течение следующих 3 ходов каждый раз, когда союзник получает урон, он восстановится. Вы нашли, что предлагает дар природы? Это еще убогая вещь. Вот это хорошее. Если много атаковать, это вполне довольно нормально восстанавливает сила лечения. Ну ладно, остальное мне пока не нужно. У меня есть мастер. Да, мастер есть. Способности, боевые способности. А, 17-й. Пока больше ничего нет, да? Так, увеличит вероятность критического удара на 2% каждый раз, когда Гаррисон атакует. До 8 уровня длится. До 8 уровней. Длится до конца боя. Ага, хорошая вещь. Быстрые удары увеличит урон быстрых ударов на 23. Увеличит урон критических ударов еще на 23%. 4 очка. Чем могу выкинуть? Можно сделать вот так вот. Вот так вот. То есть на 16% увеличить, да? Пусть будет. Хорошо. Мы становимся сильнее. Блин, тут нету F5. Не успел. Ты же, конечно, не без разницы. Будет считать физический урон 2%. Ну, молодец. Почему жестокость? Он сам умер. Ре! Там что-то светит. Ну, фарм есть фарм, мы вас всех забьем.
Причем 13 уровней, знаете, походу 13 на 14 места. То есть мы вот здесь можем как минимум 2 уровня поднять. Какой-то ты полезный. Добро пожаловать к Нилду. Здесь путники могут узнать, что предначертано им судьбой. Им устанет из этой судьбы. Да, давай. Продолжить. Оп. Рыцарь, кто-то из вас должно быть позорный труд, раз к вам пришла эта карта. Вас устраивает ваша карта? Если нет, то можно надолго спорить с судьбой не стоит. Оставим. Прекрасно, прекрасно. Помните, карты никогда не будет. Снижает урон. Ну ладно. То есть мы можем просто разные бонусы набрать. Два невидимых, это плохо. Мне некогда с ними разбираться, подожгу. Такс. Химера. Давай, укол еще. Поврет, не поврет, интересно. Да. 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 Помер. Дебаф это хорошо. Дебаф это супер. Так, ага. Этот старый свиток дожил до нашего времени, благодаря пропитанному страницам маслянистой субстанции. Еженедельный рапорт маршала Клога. Ситуация нормальная, горнодобывающие компании идут полным ходом. Настроение рабочих в норме, угроза от местной фауны и обитателей пещер минимальна. Продолжается обнаруживание новых жил маны. Найденные артефакты отсутствуют. Ай! Опять не видишь. Давай, не подведи меня. Фу. Хорошо, впилил, слушай. Блин, у него жизни дофига оказывается. Ну, это не очень. Помри просто. Ха, когда я говорю помри просто, я не думал, что это будет так просто. Кости. И что, все, больше никуда нельзя? Только зря ради этого пришел убить парочку этих. Ну ладно, хотя бы уровень получил. Хотя до 17-го докачаться бы вообще будет ништяк. Там какие-то новые способности появятся. Ну, пока врагов прям нет таких больших, с которыми стоило бы долго сражаться сейчас. Да я и сам-то не готов для долгих битв. Ну это ладно, без разницы, он сам нападет. Барана не сюда! Уклонение. Давай, пока яростим будет. Все равно мы не убьем их за один удар, но хоть прокачаемся. Да. Больно. Больно. Я бы сказал, даже очень больно.
постоянно будет восстанавливать и при каждом срабатывании. Так, ладно. Сильно бьют, слушайте. Ава, полной жизни. А. Всем досталось, ах, выхнул. Почему у тебя уклонение не срабатывает? Да, не сильно бьет, если честно. Ну и не сами напали. Карта подземелья. Идите колотить. Интересно, успею все затащить или нет? Наверное, вряд ли успею за эту серию. Сюда может зайти. Странный паук, какая-то у него аура. Ну ладно, сколько дойдем, столько дойдем. Еженедельный рапорт маршала Клога. Ситуация нормальная, горнодобывающие работы идут умеренными темпами. Настроение рабочих пошатнулось, но в целом остается стабильность. Угроза от местной фауны и обитателей пещеры растет по мере углубления. Наши войска разбираются с ними по мере появления. Обнаружение новых жил маны становится интенсивнее. Найденные артефакты отсутствуют. То есть он ищет какие-то артефакты. Но в ящике лежат камни, которые когда-то, похоже, были частью статуи. Вы замечаете характерный оттенок нескольких драгоценных камней. Забираем. Кажется, пламя этого костра пропитано маной и заставляет существа вокруг себя вести странным образом. Вы можете попробовать дотянуться до его середины и забрать ману. Ядро сделайте. Да. Вы проводите... Проворно выхватываете ману ядро производным к островам эффектом. Короче, эффект от костра исчезает. Блин, что слушайте? Как так жить? Ну, давайте теперь посмотрим, что здесь. А, то есть на вас теперь это не действует. Нормально. Так, паучок не менее, кажется, опасным, чем Катерник. Катерник где-то съест, это неприятно. Уклонение лучше качать. Фига себе. Молодец, хорошо ударил. Ну, давай, кусай, что там будешь. Где-то все? Больше переживу. Калибретто, лечи. Ходу все. А ей еще догонять и догонять. Что это? Памятник украшает каменные горгульи. Один глаз светится голубым оттенком, второй отсутствует. Надпись гласит: Кейтлин и Кейла в могиле тоскуют. Одну тянет в лес, к океану, в другую. Глаз светится голубым. Изумруд. Вы собираетесь ставить изумруд в пустую глазницу сад? Да. Вы вставляете камень, и раздается приятный щелчок. Кажется, механизм внутри горгульи снова работает. Вы тянете цепочку. Вы слышите звук воды, и чё? Мы воду спустили. Это, в принципе, ожидаемо, что изумруд и горгульи. Изумруд типа зелененький, но если ты не знаешь, ты никогда не угадаешь, как выправить. Какой-то тайничок, это интересно. Кремень, господи, что с ним делать? Чую, вот эту стенку расфигачить нужно.
здесь никем. То есть... Что за звук? Как будто, знаете, кого-то убивает ловушкой. Ну, я думал, что-то полезное откроется. Ну, ладно. Ресурсы есть ресурсы. Что это такое? Ага. Офигеть. То есть это крутится и каждый раз бьет его. Черт, какая опасная штука. Я даже сказал, очень опасно. Идем дальше. Слизняка лучше нападать спереди. Понятно. Сейчас мы еще тратим время на чтение книжечек. Возможно, потом мы будем проходить уже все подземелье, потому что мы будем их читать. Получать определенный бонус. Все. Почему не считается, что это за один ход пройден? Так, ага. Ежедневный рапорт маршала Клога. Ситуация угрожающая. Горнодобывающая работа идет средним темпом, но под угрозой срыва настроение рабочих неважное. Боевые столкновения. Недавно мы были атакованы северо-племенем волколаков белого окраса. Нападение совпало по времени с обнаружением артефакта неизвестного происхождения. Атака была отражена, но мы понесли потери. Пожалуйста, пришлите подкрепление при первой же возможности. Новые жилы маны больше не обнаруживаются. Горная порода пуста. Найден артефакт. Один не опознан. Ага, все-таки артефакт есть. Обалдеть, как тут далеко еще. Нет, за сегодня мы по-любому не зашаривали. Да и потом надо будет, наверное, по две серии, чтобы все зачищать. Что это? Чё ты светишься? Огонь, вода. Вода. И огонь. Как интересно. Какая подстава интересная. А все равно девать некуда. Нет, стой. Я! В плане его атаки. Мне это понравилось, как она делает. Красиво довольно. Всем укол тебе. Блин, не выживут. Они проживут по-любому одну атаку. Ай. Ай. Пыль. Пыль. Хорошо, им ударили мы. Против толпы это самото. Ветер. Ветер. Следующий идет ветер. Хорошо. Что нам откроет ветер? Интересная система такого. С таким мы еще не сталкивались. Древние технологии. Так, рядом с кучкой костей лежит дневник. Ага. Я начинаю думать, что здесь вообще не было маны. Думаю, у Логана просто были счеты с Майлзом. Он послал нас сюда, чтобы поквитаться. Какое ему дело, что с ним будет, если Майлз тут гниет? Надо было мне сразу догадаться. Если что-то кажется сказочно выгодным, это обычно какое-то западло.
далеко ехать. Я еще думаю, а где? Че? Завис, не завис? Держи, для чего они сделали вот такие спуски? Теоретически это иногда делается как загрузка уровней. Но здесь уровни не такие уж большие, чтобы делать такие загрузки. Или я не прав? Блин, перемет отжимает. Походу я затыщу эту комнату и вот эту верхнюю, а дальше все. Ну, смогу в случае чего как раз телепортнуться. Этот старый свиток дожил до наших... Ага. Еженедельный рапорт маршала Клога. Ситуация критическая. Прошу простить за нарушение протокола. При приближении к артефакту несколько наших людей и рабочих просто исчезли. Подходить к нему стало крайне рискованно. Нам нужен маг, способный проанализировать находку. Вдобавок ко всему, атаки волколаков случаются все чаще. Наша численность уменьшается. Гражданский персонал перестал посещать шахту. Горнодобывающая деятельность прекращена. Мы пытаемся переслать это сообщение с гонцом через верхний перевал, но записка обрывается. Ее конец залит чем-то бурым, словно в какой-то момент масло смешалось с кровью. В общем, убили чувака, убили. Одному. Конечно, мы это перекачаем. Около скелета лежит топтанная в землю записка, чья скелет отсутствует. Видны следы волколака. Подвернув ногу, не знаю, как теперь буду выбираться, но что-нибудь придумаю. Остальные ушли, бросив меня, но я их не виню. Билли, впрочем, вернулся, пока остальные не видели, и оставил мне свою фляжку. Учитывая, как Майлз смотрел на остальных, мне еще повезло. Не знаю, что у него на уме, но добра от него не жди. Наконец-то мне... Никогда мне не доводилось иметь дело с прорабом, которому я бы не доверял. Надо его послать, но я постоянно слышу вокруг себя звуки этих лезвий. Вот уж чего не ожидал здесь встретить. Ага. Ой! А он один? Один раз. По всем жар, да? Опасно, чё? Здесь не защитника, давай, оба. Репост. А, умер, всё, без разницы. Да ладно, он выжил. Вот это подстава. Сильная вот эта фигня. Какой мутный череп. Только сейчас заметил. Сколько ж у него сумма? Про них я ничего не знаю. Просто оборотни стали сильнее. Ничего странного, просто их надо избивать, убивать и парить. Записка, ладно. Страница из разорванного дневника искать для приключений. В историях об ужасах этой заброшенной шахты говорится о реликвии столь могущественной, что лишь чистые сердцем способны узреть ее обо всем ее великолепии. Называется она Багровая Арка. Тех же, чей дух недостаточно чист, ждет нечто похуже смерти. Легенда гласит, что многие отправляются в эту шахту в поисках богатств и власти, в поисках маны. Возвращаются они, утратив свой человеческий облик и превратившись в жутких чудовищ. Вот что делает с человеком алчность и корыстолюбие. Однако мало что доносят сказанное о последнем, кому довелось держать в руках эту реликвию. А? Странно, надо посмотреть, кто это. Держать в руках реликвию, способность избавить мир от зла. По человеке, попавшим от рук тех,
кого он называет своим другом и своим братом. Я отправлюсь в одиночку, дабы найти ту реликвию, освободить свой народ от тьмы, подчинявшей себе их помыслы, или умереть на этом пути. Так, вы находите надгробие. Судя по всему, здесь погребен паладин маршал. Но имя стерто. Эпитафия гласит: под сенью тенистых папоротников. Внимательно смотреть на гробе. Вы не замечаете ничего необычного, помимо вездесущего мха и плесени. Так, это мы прочитали, это мы изучили. Что, книжечек дофига, слушайте. А на ящике кто-то оставил потрёпанный дневник, он покрыт толстым слоем пыли. От его владельца не осталось следов. И пролистывайте дневник и находите две интересные записи, остальные практически нечитаемые. Прочесть третью запись. На этой странице несколько относительно разборчивых предложений. Одно из них гласит: гробница сэра Джорелора, расположенного на удивление глубоко в пещерах. Хотя это не так удивительно, если знать его историю. Целебные свойства тенистого папоротника спасли его новорожденного сына. Понятно. Десятая запись. На этой странице несколько относительно разборчивых предложений. Одно из них гласит: суеверие. Велел оставить кольцо около тенистого папоротника. Три ладони к северу, два к западу. Так. Обыскать место упомянутого в дневнике. Следуя инструкциям в дневнике, вы раскопываете землю под ничем не примечательным папоротником и находите кольцо маршала. Фига себе. Фига себе, оно отстойное даже никому. Никому от него пользы нету. Но оно просто хилит по 31 заход. Если честно, это очень мало. Тебе наносит 300, а ты 31 лечишь. Ну и нафига тебе это надо? Спрашивается, нафига Казебаян, да? Ха, думали, я не замечу. Это еще и минус. Классно. Вот попали. Мимика бы убрать первым. Так, плохо дело. Первый урон мы получим все по-любому. Давай, покажи вот это. Все потихоньку травится и умираем. Да я пожадничал, открыл сучок. Ай-яй-яй-яй-яй, сейчас будет больно кому-то. Да-да. Летить как больно, слушайте. Но пока жизни хватает, поэтому пока давайте забивать здесь. Надо уменьшить количество врагов, которые на нас нападают. Черт. Бодрит давай. Ай! Блин, надо лечить его срочно. Плохо дело, плохо, очень плохо. Блин, что я делаю? Да господи, вы другого не могли видеть? Что происходит? Что эти предметы воскрешения? Все-таки надо будет купить воскрешение на такие случаи. О, воскресенье. В общем, да, зелье воскрешения — это здесь самая мощная вещь. В смысле? Я чё, разве только профукал? Ммм,
надо купить воскрешение. В общем, буду набирать. Это самая важная вещь, которая здесь есть. В чем нужно как раскладывать деньги. Ну что-то я думал, мало воскрешения, он прям все воскресит. Кстати, а какие у меня еще предметы есть? То есть у меня осталось одно воскрешение. Плохо, плохо. Значит, надо запомнить, что после того, как я эту пещеру первый раз зафармлю, сбегать и воскресить всех. Давай. Нет! Отравление. Не рассчитал, кстати, здесь врагов. Да, с мимиком, конечно, проблема была. Вот если бы я не пожадничал, напал отдельно, а такой бы проблемы не было. Ну, я пожадничал. Ошейник. Но по идее он лучше будет сюда. Ему. И амулет никому. Ну ладно. Блин, не дадут все обшарить. Я же обшарю все прежде чем уйти. Опять вы? Ну, давай сразимся. Так. В итоге я потерял вначале драгоценных воды. Расслабился, что взять? Ну, уклонение сработало. Минус. Что ты делаешь? Подготовка к броску. Всего лишь. Я вижу, что у меня могущество большое. Кстати, у него хороший прям дебаф на все кидает. Даже это такой мелкий урон, я бы сказал. Всем ярости, да. Блин, где же мне закупить его надо будет? Потому что полное воскрешение, это, конечно, крутая вещь. Опасное место, опасное. Представляю, что будет. Представляете, если бы я пошел сразу на критический уровень, я бы тупо все профукал. А так потихоньку, помаленьку прокачаемся. Во всем плюсы есть. Это человеческие кости со следами зубов. Отметины слишком маленькие для волколаков, но слишком большие для мелких зверей. Кто ты? А, для Гаррисона. Ну, вот мы и зашарим. Давайте на этом закончим. И продолжим ее шарить и добивать, фармить в следующие разы. Ну что ж, всем хорошего настроения, всем до следующей серии, всем пока.